Всем привет, это Айс. Сегодня мы продолжаем играть в Outlast 2. Ровно с того места, на котором мы остановились. Я все-таки подумал, что буду делать прокруточки, ребят, потому что хочется делать видос все-таки более компактными, а то они получаются действительно очень долгими, продолжительными и практически ненасыщенными. Поэтому все-таки какие-то места я оставлю, какие-то места я буду перематывать. Это все мы озвучивали, это все мы читали. Так. Темно, как в жопе негра. Не видно ни черта. Давайте сперва посмотрим, что нас ждет внизу, прежде чем спрыгивать туда. Как всегда, это ночное видение нам не позволяет увидеть ничего в темноте на длинном расстоянии, поэтому постараемся вот так хотя бы посмотреть. Но я не вижу ничего полезного. Ладно, давайте сделаем то, что просит игра. То есть спрыгнем вниз. Я подумал, что там человек, но там какие-то рыбы. Это может быть лифтом? Это наверху, так? Кто-то орёт. Это еще бабка с ножом. Посмотрим, что она сделает. Если она побежит на нас, то сядем в лифт. Слушайте, идете сюда, поэтому давайте все-таки в лифт сядем. Энергия отключена. Должно быть, у них есть генератор или что-то такое. Если только эта чертова штука работает не на молитвах. Давайте искать тогда генератор. Фигово, что бабку мы отпустили. Так, ладно, пойдемте в ближайший дом. Так, я ее не вижу, но слышу прекрасно. Я хочу вон в тот соседний дом сбегать. Упс, вы видели там мужика? Я видел. Смотрите, вот он стоит. Ну ладно, не будем заходить к нему в гости. Я вот не хотел, чтобы ко мне кто-то с камерой залез в квартиру. Дохлый ли это мужик? Вопрос остается открытым. Так, смотрим, короче, где она? Она вот тут вот ходит. Поэтому надо подождать, пока она пройдет. Не поворачивайся спиной к папе НАТО! Не поворачивайся спиной к Господу! А вот и ведьма. Ну, вернее, не ведьма, а бабка. Подождем, когда она отойдет, и пройдем там. Или игра требует, чтобы мы ее заагрили на себя. Ну смотрите, она стоит на месте, ничего не происходит, походу она хочет, чтобы мы ее сагрили.
Ну ведь она точно никуда не хочет, поэтому давайте я, наверное, ее сагрю. А, во, можно в дом залезть к этому мужику. Давайте сделаем это. Ну а чё? Так, мы у него под кроватью. Я просто подумал, что сразу как сцена какая-нибудь будет, где он у нас... Ну, вернее, скрипт сработает, где он сразу же будет. Блять! Чё, он меня сваншотал? Ну, это не круто. Какой дикий мужик, а? О, класс, можно вползти к нему. Класс, сейчас так и сделаем. Сперва украдем батарейку. Так, вон бабка стоит. Выйти мы можем, если что. И очередная записка. Давайте читать. Глава 6, пункт 1. Теперь, когда я узрел живое создание и плач Бога еще свеж в моей памяти, я спросил, вы ли четыре странных создания, явившихся Иезекиилю? Пункт 2. И голос звучал с небес над моей головой, и сказал он мне, «Сын человеческий, этот ангел является Иезекиилю и тебе тоже, ибо ноша ваша одинакова». Пункт 3. И сказал Господь, ты будешь Иезекиилем для этого несчастного времени, и Мухаммедом для его избранного народа, и Ноем для потопа из воспаленной крови, который уничтожит варваров, язычников и фарисеев. Фарисеев? Пункт 4. И как четыре странных творения Иезекииля, Иоанн, Исаинь, и Даниила колесо над землей держали живые творения. Пункт 5. Вид колес и их работа были похожи на солнечную корону при затмении. И все четыре имели одинаковые обличья. Их вид и работа были как колесо в середине колеса. Пункт 6. Кольца колес были ужасными, наполненные глазами вокруг их четырех, тысячами глаз, среди которых ни одного человеческого, но они были черными, умными и сияющими, как глаза животных, готовых к убийству. Пункт 7. И туда, куда смотрели создания без глаз, направлялись глаза колес, ибо дух этих созданий был в колесах, и дух колес был в создании. Блять, что ребят тут пишут? Это просто какой-то пиздец бессвязный. Ну, колеса, блять, походу создатели были под колесами, когда это все писали. Жесть какая. Давайте залезем в подвал. Просто дом, в котором никого нет, блин. Так, фонарик откуда светит. Опс. А вот эти парни уже точно меня ищут. Опс. Он прямо рядом со мной.
Вот он. Я думаю, сейчас он пройдет, и мы выпрыгнем. Все, он ушел, давайте вылезем. Упс. Вроде к моему дому идет как раз. Давайте поднимемся наверх, посмотрим, что мне. Просто полнейшая темнота. Без камеры вообще, по-моему, невозможно передвигаться. У-у-у, хера себе, тут ребята, походу, решили самоуничтожиться. Охереть. Он спустился. По-моему, я видел фонарик. Видимо, нет, видимо, мне показалось. О, записка. Ну что ж, прочтем. Семён, мне нужно совершенно тайно поговорить с тобой, потому что ты знаком с мазями и лекарствами. Надеюсь, ты знаешь, что я не использую больше слов, чем это необходимо. Когда мы совершаем вылазку в проклятый мир за бензином, электрооборудованием и другими нужными вещами, которые мы не можем сами сделать, я подружился с сыном трактирщика, которые продают таблетки для папы. И когда я назвал их вещами для исследований, парень засмеялся и сказал, что телу не нужен пенициллин, если только оно не изучает вагины. Ты не слышал о таких вещах? Я не хочу спрашивать папу из страха не знаю чего, но я и не хочу случайно отравить его. Пожалуйста, навести меня, Джон. Пенициллин, значит. Так, парни, сейчас стопудово. Мы открываем эту дверь, и начинается какая-то резкая дичь, и мы побежим явно вниз, и нам придется закрывать дверь на щеколду. По крайней мере, мне так кажется. Странно, что это окно не просвечивается никак. А, во, все видно. Так, ну тут явно никого нету, но когда мы запустим движок, начнется явно херня. Не просто так тут стоит ящик для того, чтобы можно было спрятаться. Должно быть, это оно. Найти бы только путь назад к лифту. Блять, что это нахуй? И что мне делать? Фух. Странно. Это было очень странно. Вообще что-то непонятно. Так, я не понял, движок-то запустился или нет? Движок запустился, а вот кто меня убил? Вот эта бабка меня убила. Я не понимаю, либо игра залагала, либо я что-то не понимаю. Эй, я вообще-то ставил открытый. Таково прощение. Прячемся от ведьмы? Надеюсь, она не вытащит нас. И что я скажу ему?
От зада до морды, Господь! Теперь понятно, почему все прятались. Так, надо вспомнить, как я пробирался. И это будет твоей славой. Я буду твоей чумой и твоим искуплением. Упс. Привет, бабулька. Потапком, беги, беги, беги. И что я скажу ему? Беги, 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 беги. Поехали. Папа, я грешила. Что вы хотите от меня? Я был уверен, что она догонит нас на самом деле и проткнет. Еще один дохлый чувак. Так, а повитуха внизу должна ходить. Ворота храма, основанные Салливаном Нотом, современным Иезекиилем. Их ножи острые для врага. Салливан Нот. Опа-на, записка еще одна. Ну, прочтем. Кристин, прежде чем ты отправишься искать его повсюду или кричать на меня за то, что я его потерял, я хочу сказать, что отвез всю жидкость из винограда в церковь на праздник, который, как сказал Пол, задумал папа. Я знаю, что мне не улучшили ситуацию, скрыв вкус в воде, но люди это переживут, я надеюсь. Не отдавай им причастие, так как оно необходимо для службы. Думаю, мы сможем обойтись без вашей жидкости из винограда до следующего раза. Мейкон. О, будьте осторожны, глазки, с тем, что вы видите. Джессика? Джессика? Я сошел с ума? Сверху Господь, и он смотрит вниз с любовью. Так будьте осторожны, глазки, с тем, что вы видите. О, будьте осторожны, ручки, с тем, что вы делаете. Сверху Господь, и он смотрит вниз с любовью. Так будьте осторожны, ручки, с тем, что вы делаете. О, будь осторожен, ротик, с тем, что ты говоришь. Сверху Господь, и он смотрит вниз с любовью. Так будь осторожен, ротик. Так, это мы уже пели. К колодцу я подходить не хочу, потому что, ну, я думаю, вы понимаете. Все понятно, вы меня заставляете посмотреть в колодец. Как в демке. Хорошо, сделаем это. Сейчас, видать, начнутся какие-то новые глюки. Это было в ДМ-ке. Мне страшно. Я был к этому готов. Вот назад смотреть вообще не клево. Я постараюсь ползти. Пожалуйста, Блейк! Не дай этому случиться! Если бы я видел вообще, что происходит. Мне страшно. Мы тут не одни. Пожалуйста, Блейк. Он идет. Где ты? Прям как в ДМ-ке. Мне страшно. В
Бля, но только не тот пидорас из демки. Я так не хочу, чтобы он выпрыгивал на меня. Ну да, походу это будет он. Ну ладно, что делать. Вот этот шкафчик, в нем шкатулка. Эй. Где шкафчик? А, вот, в нем шкатулка и монстр. Ну, блин. Это же Джессики! Извините, что я вам спойлерю, но, блин, это было в демке, поэтому этого не избежать. Самое забавное, что монстр не сразу появится, сейчас будут двери тут хлопать. Давайте, начинайте хлопать двери. Страшный монстр! Блейк! Джессика! Бегу, бегу, бегу за тобой! Бегу! Давай, быстрее! Где ты? Где, мать твою, ты? В окно, прыгаем в окно. Чё не прыгает? Бегу, бегу, бегу! Стой! О боже, Джесс! Это тоже было в демке, блин. Сейчас её утащит. Давайте посмотрим, перед тем... О, забавно. А вот это классно сделали. Такого демочки не было. Давай, утаскивай ее. Черт! И вот в этой двери должен быть мужик. Отец, чудовище! Я выпущу твою кровь во дворе! Как мне это знакомо, а? Бежим, 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 бежим. Вот в эту дверь. О, вот это уже все незнакомо. Вот это все нахрен незнакомо. Но попробуем как-нибудь с первого раза. Блять, закрыто нахрен. Что-то я заблудился немного. А, вот сюда. Давай. Бля, он за мной лезет. Но я быстрее не могу, он медленный что-то совсем. Это даже смешно. Смотри, я там спереди меня уже ищет. Эй! Эй, слышь, не руби меня. Давай, ускорься. Лечимся. Блять. Слышите, ну, не знаю, в какой-то момент игра перестала пугать. И теперь еле-еле лезем, потому что он, блять, вообще не спешит. Такое ощущение, что ему насрать на самом деле. Вот там чувак. Он хоть бы что. Ну, вылезай. Вылезай, что так медленно. Ой-ой-ой, что-то все меня окружают. Прыгай в колодец. Не хочет прыгать в колодец. И куда бежать? Ну что-то их тут прям архи много. Бля, тут закрыто. Прячемся в кустах. Они точно не будут искать меня за деревом. Бля, он прям тут, Фредди! Пошел нахрен. Эй, я хочу так...
Беги, 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 беги. Блин, ну их тут архи много. Открытая дверь. Оп. Горь кровавому городу! Я нечто должна сгореть! О, хорошо, хорошо! Чё-то я не очень понимаю, куда... Пидор! Давай. Давай, 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 беги. Спящий заключенный. Вот так за ним была супер погоня, и тут он такой: дай-ка сниму спящего заключенного. Это, походу, баба, кстати, и, возможно, наша Джессика. Ну-ка, по крайней мере, похоже. Думаю, тут и происходит магия. Стулья для публики. Я видел ее только потом. Я не мог. Что он только что сказал, а? Я, конечно, понимаю, шок и все такое, но, блин, ребят. Так, ну а что будет дальше и что это за баба, мы узнаем уже в следующей серии. Спасибо вам за просмотр, если видео понравилось, как всегда, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, мнения. А если вы здесь первый раз, то подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч, пока!